Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, досточтимая Матушка Антония, дорогие отцы, братья и сестры, сегодня действительно особый день. Может быть, по молитвам сестер, может быть, по молитвам тех монахинь, которых когда-то разогнали из этого места, а последнюю настоятельницу обители предали казни. Насколько я помню, ее звали Олимпиада. Может быть, по молитвам тех, может быть, по молитвам нынешних. Но Господь дал возможность процвести этому месту. Как слово сказано еще в Ветхом Завете, «Процвела иси бесплодная, языческая, немощная церковь». Вот так процвело и это место, бесплодное и немощное, разрушенное и поруганное. И разве тогда, когда разгоняли монахинь первые обители, они могли представить, что когда-то здесь снова будет монастырская жизнь и будет слава Божья пребывать на этом месте? Все совершается по воле Божией. И скорби нам посылаются, и страдания по воле Божией. Потому что наши скорби и наши страдания, и даже наша смерть – это ничто пред лицом Божиим. Это все временные, мгновенные человеческие немощи. Потому что пред лицом Божиим вечность, которая объемлет миры, нам неизвестные, которая объемлет все, где и есть полнота жизни. А потому всякие наши жизненные трудности, которые иногда берут так много здоровья, когда требуют от нас большого напряжения, внутренними сопровождается переживаниями, это все пред лицом Божиим мгновение. Но даже к этим трудностям Господь снисходит. Мы Его просим помочь нам в наших трудностях, иногда даже в бытовых, или связанных с нашим здоровьем, или с нашей работой, или с нашими семейными отношениями. И Бог даже в эти наши человеческие, немощные и слабости входит для того, чтобы наполнить их силой. Какова же любовь Божия? И каково же Его всемогущество, что, объемля всю вселенную, видимую и невидимую, познаваемую человеческим разумом и непознаваемую, Он имеет отношение к каждому человеку, каждой душе, и слышит те сигналы, сигналы бедствия, которые посылает Ему наша душа через молитву. Иногда эти сигналы такие слабые, они заглушаются многими обстоятельствами нашей жизни. Каждый знает, что даже в храме-то не можем стоять постоянно в молитвенном состоянии, напряжении, потому что не хватает сил, ум уходит в сторону, далеко за пределы храма. Перед мысленным взором возникают какие-то образы из нашей жизни. В нашу память, наша память воскрешает проблемы, перед которыми мы стоим. И нередко уходим далеко мыслью от Бога, от храма. Но в какой-то момент, если дает нам Господь сил сосредоточиться, сконцентрироваться, и когда мы просим Его, то и этот слабый сигнал Он слышит. Поэтому нет ничего удивительного, что на этом месте процвела языческая неплодящая церковь и стала церковью христианской, наполненной силой благодати Святаго Духа. Потому что молились сестры, и, может быть, многие другие молились. И так оно и произошло. Я хотел бы выразить особые слова благодарности отцу Петру, который положил много сил для того, чтобы здесь было создано вначале патриаршее подворье,
чтобы собрались сестры, чтобы началась эта работа по воссозданию монастырской жизни. И я думаю, что это сегодня праздник и для отца Петра с братьями, и для матушки Антонии с сестрами. Ну а день сегодня особенный. Сегодня день в день исполняется 750 лет со дня блаженной кончины святаго благоверного князя Александра Невского, которому посвящен этот главный храм, главный алтарь нашего Свято-Троицы Александра Невского женского ставропигиального монастыря в Акатово в Клинском районе. Замечательная дата, юбилейная дата. Сожалеть только приходится, что в масштабах страны, государства она не празднуется. А почему это происходит? А потому что утеряна историческая память. Многого не помним, не знаем, хотя, конечно, большинство людей знают Александра Невского. Более того, почитают его подвиг. Великий ратный подвиг, великий дипломатический подвиг. Но самое главное – подвиг его жизни, потому что и военные задачи, и дипломатические ему нужно было решать через самоуничтожение, уничижение. Надо было идти к хану, получать ярлыки, получать поддержку для того, чтобы остановить агрессию с Запада. Надо было заручаться поддержкой новгородцев, которые критически вначале относились к князю Александру, для того, чтобы иметь возможность противостоять силе, которая шла с Запада. И везде смирение и самоуничижение. И взятие на себя подвига непопулярности. Потому что для того, чтобы остановить еще более страшную агрессию с востока, чем с запада, нужно было доказать хану, что он не его враг. И когда хан посылает сборщиков подати в Новгород, и когда новгородцы убивают этих сборщиков, то Александр понимает, что страна русская на грани гибели, потому что нет сил остановить нашествие, новое нашествие Орды. И нужно сделать все для того, чтобы этого нашествия не было. И он наказывает жестоко тех, кто убил сборщиков подати. Кто он в глазах новгородцев? Жалкий предатель. И, наверное, многие говорили, ради своей выгоды делает. Хочет удержаться на княжеском престоле. Он предает родину, предает свой народ. Тяжелейшие испытания выпали на долю святаго Александра Невского. Кстати, в истории эти испытания повторили и другие. Повторил и царь страстотерпец Николай II, повторил святейший патриарх Тихон, и особенно повторил святейший патриарх Сергий, которого обвиняли в предательстве, в том числе и в предательстве церкви, но который делал все для того, чтобы церковь сохранилась. И для него безразлично было, как будут о нем вспоминать в будущем. Для него было главное сохранить церковь от полного уничтожения, что и было сделано. И довел святейший патриарх Сергий корабль нашей церкви до судьбоносного 43-го года, когда под тяжестью суровых обстоятельств войны, стремясь поднять патриотическое чувство, верховная власть страны приняла решение остановить гонения на церковь. Что было бы с нами, если бы не этот подвиг святителя Сергия, патриарха Московского и всея Руси? Наверное, ко временам бы свободы ничего не осталось от русской церкви. И на нашей земле сегодня процветали бы секты, еретические сообщества, и Бог знает кто заполонил бы землю русскую
не будь здесь на страже, Русская Православная Церковь. Мы вспоминаем о тех, кто продолжил и кто повторил подвиг святителя святаго благоверного князя Александра не случайно, потому что подвиг его жизни открывает нам смысл того, что означает служить Богу. Служение Богу предполагает чистоту совести. Если человек живет по совести поступает, если молится Господу и призывает Его силу и Его помощь, то тогда, даже совершая дела непопулярные и непонятные для других, он на самом деле является орудием Божьего промысла. Вот таким был святой благоверный князь Александр Невский. И сразу же после его смерти, такой ранний, такой странный, многие считают, что он был отравлен, когда последний раз посетил Орду, потому что смерть наступила неожиданно. Так вот, даже эта смерть в расцвете сил не стало препятствием для того, чтобы народ прославил его имя. Все осознали великую роль благоверного князя не только в истории северо-запада страны нашей, но в истории всей Святой Руси. И потому вскоре святой благоверный князь и был причислен к лику святых. Церковь же в лице тогдашнего митрополита всея Руси Кирилла, духовного наставника, святаго благоверного князя, всегда прозревала смысл его жертвенного подвижнического служения. И дивные слова святителя Кирилла память о святом благоверном сохранили для нас летописи. И мы знаем, какова была признательность церкви и всего народа святому благоверному князю за подвиг его жизни. В сегодняшнем апостольском чтении, посвященном как раз памяти святому благоверному князю, мы находим такие слова: «Друг друга тяготы носите, и так и исполните закон Христов». Святой благоверный князь принял на себя тяготы других людей. Он принял в свое сердце тяготу всей Руси. Он поставил своей задачей освободить Русь от этой тяготы и выполнил ее настолько, насколько хватило ему жизни и сил. И потому в день 750-летия со дня его блаженной кончины мы прославляем его как великого Божьего угодника и молимся ему, чтобы он был нашим ходатаем и предстателем пред Богом за всю историческую Русь, а это значит за Россию, Украину, Беларусь и другие страны, которые связаны с нами великой силой православия. Мы молимся ему также и о державе российской, чтобы Господь защитил и оградил ее от врагов видимых и невидимых. Сегодня в городе Санкт-Петербурге особое торжество. Празднуется торжественно в Александра Невской лавре у его цельбоносных мощей. Это замечательная годовщина. И я обращаюсь сегодня и к петербуржцам, и ко всем тем, кто собран в Петербурге, всем тем, кто собран здесь, в Акатово, в храме святого Александра Невского, с призывом помнить всегда великий подвиг благоверного князя и обращаться к нему с горячими молитвами, чтобы он был предстателем и молитвенником за землю нашу
Аминь. С праздником поздравляю вас!